Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Концессионные соглашения удвоят инвестиции в ремонт теплосети. Об этом заявляют в правительстве. Там планируется заключать концессионные соглашения на обслуживание магистральных сетей в Кирове и других муниципальных образованиях. Результатом должно быть привлечение частных инвестиций в реконструкцию коммунальных объектов. На следующий год в областном центре готовятся концессионные соглашения, которые позволят практически вдвое увеличить вложения в ремонт сетей до 500-550 миллионов рублей. По словам губернатора Игоря Васильева, главное не допустить аварийных ситуаций на теплосетях и отключений горячей воды. Для этого в первую очередь должно быть понимание, где и что проложено и кому эти сети принадлежат. Кроме того, должна быть ясная тарифная политика, которая включает в себя инвестиционную составляющую для решения застаревших проблем. Но тарифная политика не должна определяться волюнтаристски, отметил глава региона. Программа «Экономика». У должников по зарплате арестовали имущество на 3,5 миллиона. Всего через суды и службу судебных приставов в этом году кировчане пытались со своих работодателей получить почти 190 миллионов рублей. Удалось взыскать 83 миллиона. Кроме того, на сумму 3,5 миллиона наложены аресты на имущество должников, которые уже переданы на реализацию, либо производится оценка имущества. После процедуры принудительной реализации деньги будут перечислены на счета взыскателей. На 101 FM. Самые большие зарплаты кировчане получают после 36 лет. Это выяснила служба исследований компании Headhunter. Данные ее опроса показали, что самые высокие зарплаты у специалистов в возрасте от 36 до 45. Но при этом работники этой возрастной группы чаще всего отмечают, что им не хватает денег на их основные расходы. Так отвечают 40% опрошенных. С возрастом число недовольных размером денежного вознаграждения растет. Достаточно получаемой зарплаты преимущественно кировчанам в возрасте от 18 до 25 лет. Там недовольных только 30%. Как отмечают специалисты, это связано с тем, что молодые люди не оплачивают коммунальные услуги, у них нет расходов на детей и ипотеки. Их основные траты, если не считать еды, дорога, одежда, досуг и образование. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 58,93, курс евро 69 рублей 71 копейка. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.